Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я сегодня снова решил поиграть в Angry Birds Space. Я немножко приболел, у меня аллергия на цветение. Цветение началось, у меня аллергия. Чихаю все время, шмыгаю носом и так далее. Ну, ладно. Короче, я забыл воскресенье. Поздравить, сказать Христос воскрес, я забыл, что Пасха. И такие вот дела. И еще с Днем Труда забыл поздравить. Извините за это, извините. Ладно, следующая планетка называется Fly Me to the Moon. Планетка маленькая очень, всего из 10 уровней, поэтому серия короткая сегодня будет. Эх, не очень удачно мы сейчас сделали это. На всех уровнях будет усатый свин с лампочкой на голове. Да, ну это пипец какой-то. Да блин, ну как же так-то, а? О, с первого удара получилось. Сегодня без лампочки на голове, но шлем этот... снаружи. Тем не менее. Эх, промазал. Блин, слишком рано запустил. Можно было и не запускать птицу эту. Ох, вообще что-то, блин. Так, сейчас надо не промахнуться. Эх, слишком рано. Запустил я сейчас. И динамит не бомбанул даже. Хорошо. Ну и последнего надо как-то попасть. Локация здесь та же, что и на предыдущей планете. И сюжет у этого эпизода такой, что вот этот усатый свин похитил яйцо с антенкой, и нам надо его вернуть, блин. Сюжетец однообразненький все время. Ну и... и запуск... ах, не успел. Что ж ты будешь делать-то, а? Да, ну это пипец какой-то.
вас сразу троих. Но, правда, этот что-то остался там в невесомости. Есть. Эх, я думал, что сразу попаду прям, но нет. Да блин. Да ну это пипец какой-то, чё. Самый главный свинь не сдох. Какой уровень? Это уже шестой. Большую часть прошли, представьте себе. Надо бы, наверное, превьюшки еще потом поменять к Angry Birds Space. Чтобы на превьюшке было понятно, какую планетку проходим. Как в Angry Birds Chrome мы делали. Надо будет чуть позже так сделать, чтобы было интересно. Так, вот чтобы разрушить это все, надо сломать доску и... Не доску, точнее, а каменную эту плиту. И чтобы туда мы могли... Чтобы проломить все эти железяки и попасть... Неудачно сейчас это получилось. Ну-ка, сможем ли мы пробить или не сможем? И... Есть! Отлично. Вот так вот и надо проходить этот уровень. Столкнулись, но жаль, не лопнулись. Не очень получилось. Thank you.
Что-то вот я немножко не понимаю, как туда попасть. А, может тут так? Угу. Одну лампочку шибли и все, блин. Больше не надо. Ну не попал. Ну как же так-то, а? Вот один остается у нас по традиции все время. Вот бы эту традицию нарушить. Чтобы при этом все сдохли. Ай, да блин. Что-то я не понимаю, как попасть туда. Давай, 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 пожалуйста, попади туда. Да... Надоело, серьезно. Что за пипец такой, а? Итак. Хоть что-то пошло уже. Давай, давай, давай. Камушек прям туда, ну блин. Так, надо сейчас попасть прям в него. Давай. Эх, рано сильно. Ну, ё-моё, а. Когда с одним удается, то не удается с другим. Хорошей тенденцией это становится-то уже. Есть. Есть, наконец-то, блин. Да ну это пипец какой-то вообще серьезно.
Есть. Хорошо. О, финальный уровень наконец-то. И тут еще и яичко есть. Золотое. Давайте его возьмем. Что это за пинбол? Хотя нет, какой же это пинбол-то? 0401. Короче, просто его надо убить. Тогда вот эти штучки остановятся. $25,000 ровно. Уровень довольно-таки нелегкий. Вот этот. Ну-ка, может, сразу туда? Давай, раздави его. Есть. Отлично. Так, прошли этот эпизод. Вот так вот он выглядит. Ну что ж, дальше у нас идет эпизод Утопия, но мы его пройдем уже в следующей серии. А на этом все. С вас Лайкос Подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, я планирую, может быть, даже в среду провести там стрим ностальгический. И вступайте также в группу ВКонтакте. И всем пока.